Соберутся через 10 дней. В Думе Сургута сообщили о предварительной дате первого заседания. Оно ожидается состоиться 15 октября. Официально повестка не опубликована. Однако, исходя из прошлых подобных слушаний, в перечне вопросов стартовой сессии могут оказаться выборы председателя парламента, его заместителей, определение состава постоянных комитетов. Ранее сообщалось, что первое заседание Думы Сургута 7-го созыва должно было пройти 28 сентября. Однако затем встречу депутатов перенесли. Новый состав Заксобрания муниципалитета избрали в ходе трехдневного голосования в середине прошлого месяца. Городской парламент обновился практически наполовину. Из 25 депутатов 6-го созыва в 7-й прошли 13 человек.